2 мая завершается декларационная кампания, когда физические лица, получившие доход в 2023 году, должны представить декларацию о своих доходах по форме 3 НДФЛ. Отчитаться должны граждане, которые в прошлом году продали недвижимость или транспорт, которые были в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доходы от зарубежных источников. Отчитаться о своих доходах и задекларировать доходы, исчислить налог необходимо для того, чтобы заплатить налог в наступающий срок. Напомню, что налог уплачивается, рассчитанный на основании декларации, не позднее 15 июля. Декларацию можно заполнить и представить несколькими способами. Самый удобный – через личный кабинет налогоплательщика, либо с помощью программы «Декларация-2023» на сайте ФНС России, либо подать декларацию на портале госуслуги. Бумажные декларации можно сдать в налоговую инспекцию лично, направить по почте или представить через МФЦ. Если физлицо не представит декларацию до 2 мая и не оплатит налог до 15 июля, налоговые органы будут вправе самостоятельно провести камеральную проверку и доначислить налог. Все прочитал в интернете, все понятно. Важно и самому спокойно. Нет потом никаких проблем, ни пени, ничего. Вовремя оплатил, и все. В рамках декларационной кампании УФНС России проводят во всех налоговых инспекциях дни открытых дверей. Они пройдут 24 и 25 апреля. Самарцы смогут задать интересующие их вопросы сотрудникам и подключиться к личному кабинету налогоплательщика. Полина Чулюкова, Николай Сидоров. События.